Мы знаем, что проводится специальная военная операция с 24 февраля по указу нашего верховного главного командующего. Вот эти призывники в зону проведения специальной военной операции не направляются. И даже мы в документах, именных списках призывников, которые мы направляем в войсковые части, там мы пишем, направление в зону проведения специальной военной операции запрещено. Они не направляются. Вот в зоне проведения специальной военной операции выполняют боевые задачи только контрактники, в том числе из Дагестана. А в данный момент мы знаем, были случаи, когда об этом и говорилось в средствах массовой информации, об этом говорил верховный главнокомандующий, направлялись ребята туда, но опять же они попали с учений, и никто это специально не делал, они оттуда были выведены из этой зоны, сейчас никто не направляется. Из Дагестана в этом году на срочную службу уже направлено около 1500 новобранцев. И еще столько же осталось по плану на весенний призыв.